Аладдин и волшебная лампа. В одном персидском городе жил бедный портной Хасан. У него были жена и сын по имени Аладдин. Когда Аладдину исполнилось 10 лет, отец его сказал: «Пусть мой сын будет портным, как я», и начал учить Аладдина своему ремеслу. Но Аладдин не хотел ничему учиться. Как только отец выходил из лавки, Аладдин убегал на улицу играть с мальчишками. С утра до вечера они бегали по городу, гоняли воробьев или забирали чужие сады и набивали себе животы виноградами, персиками. Портной уговаривал сына и наказывал, но все без толку. Скоро Хасан заболел с горя. Тогда его жена продала все, что после него осталось, и стала прясть хлопок и продавать пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Так прошло много времени. Аладдину исполнилось 15 лет, и вот однажды, когда он играл на улице с мальчишками, к ним подошел человек в красном шелковом халате и большой белой чалме. Он посмотрел на Аладдина и сказал про себя: «Вот тот мальчик, которого я ищу. Наконец-то я нашел его». Этот человек был магрибинец, житель Магриба. Магриб по-арабски «запад». Западом арабы называли западную часть Африки. Он подозвал одного из мальчиков и расспросил его, кто такой Аладдин и где живет. А потом он подошел к Аладдину и сказал: «Не ты ли сын Хасана Портного?» «Я», — ответил Аладдин, — «но только мой отец давно-давно умер». Услышав это, магрибинец обнял Аладдина и стал громко плакать. «Знаю, Аладдин, я твой дядя», — сказал он. «Я долго пробыл в чужих краях и давно не видел моего брата. Теперь я пришел в ваш город, чтобы повидать Хасана, а он умер. Я сразу узнал тебя, потому что ты похож на отца». Потом Магрибинец дал Аладдину 2 золотых и сказал: «Отдай эти деньги матери, скажи ей, что твой дядя вернулся и завтра придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин». Аладдин побежал к матери и сказал ей все. «Ты что, смеешься надо мной?» — сказала ему мать. «Ведь твоего отца не было брата. Откуда же у тебя вдруг взялся дядя?» «Как это ты говоришь, у меня нет дяди?» — закричал Аладдин. «Он дал мне эти 2 золотых, завтра он придет к нам ужинать». На другой день мать Аладдина приготовила хороший ужин. Аладдин с утра сидел дома, ожидал дядю. Вечером ворота постучали. Аладдин бросился открывать. Вошел магрибинец, а за ним слуга, который нес на голове большое блюдо со всякими сластями. Войдя в дом, магрибинец поздоровался с матерью Аладдина и сказал: «Прошу тебя, покажи мне место, где сидел за ужином мой брат». «Вот здесь», — сказала мать Аладдина. Магрибинец принялся громко плакать, но скоро он успокоился и сказал: «Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда 40 лет назад. Я был в Индии, арабских землях и в Египте. Я путешествовал 30 лет. Наконец мне захотелось вернуться на родину. И я сказал самому себе: у тебя есть брат. Он может быть беден, а ты до сих пор ничем не помог ему. Поезжай к своему брату и посмотри, как он живет. Я ехал много дней и ночей и, наконец, нашел вас. И вот я вижу, что хотя мой брат и умер, но после него остался сын, который будет зарабатывать ремеслом, как его отец». «Как бы не так», — сказала мать Аладдина. «Я никогда не видела такого бездельника, как этот скверный мальчишка. Хоть бы ты заставил его помогать матери». «Не горюй», — ответил магрибинец. «Завтра мы с Аладдином пойдем на рынок. Я куплю ему красивый халат и отдам его в учение купцу. А когда он научится торговать, я открою для него лавку. Он сам станет купцом и разбогатеет. Хочешь быть купцом, Аладдин?» Аладдин весь покраснел от радости и кивнул головой. Когда магрибинец ушел домой, Аладдин сразу лег спать, чтоб скорее пришло утро. Едва рассвело, он вскочил с постели и выбежал за ворота встречать дядю. Магрибинец вскоре пришел. Прежде всего они с Аладдином отправились в баню. Там Аладдина хорошенько вымыли, обрили ему голову, напоили розовой водой с сахаром. После этого магрибинец повел Аладдина в лавку. И Аладдин выбрал себе дорогую красивую одежду. Желтый шелковый халат с зелеными полосами, красную шапку и высокие сапоги. Они с магрибинцем обошли весь рынок, а потом пошли за город, в лес. Был уже полдень, а Аладдин с утра ничего не ел. Он очень проголодался и устал, но ему было стыдно признаться в этом. Наконец он не выдержал и спросил своего дяди: «Дядя, а когда мы будем обедать? Ведь здесь нет ни одной лавки, а ты ничего не взял с собой из города. У тебя в руках только один пустой мешок».
«Видишь, вон там, впереди высокую гору», — сказал нагребинец. «Я хотел отдохнуть и закусить под этой горой, но если ты очень голоден, можно пообедать и здесь». «Откуда же ты возьмешь обед?» — удивился Аладдин. «Увидишь», — сказал нагребинец. Они уселись под высоким густым деревом, и магребинец спросил Аладдина, «Чего бы тебе хотелось сейчас поесть?» Мать Аладдина каждый день варила к обеду одно и то же блюдо – бобы с конопляным маслом. Аладдину так хотелось есть, что он сразу ответил, «Дай мне вареных бобов с маслом». «А не хочешь ли ты жареных цыплят?» – спросил магребинец. «Хочу», – обрадовался Аладдин. «Не хочется ли тебе рису с медом?» – продолжал магребинец. «Хочется», – закричал Аладдин. «Всего хочется. Но откуда ты возьмешь все это, дядя?» «Из этого мешка», – сказал магребинец. И развязал мешок. Аладдин с любопытством заглянул в мешок, но там ничего не было. «Где же цыплятушка?» – спросил Аладдин. «Вот», – сказал нагребинец. Он засунул руку в мешок и вынул оттуда блюдо с жареными цыплятами. «А вот и рис с медом, и вареные бобы, вот и виноград, и гранаты, и яблоки». Нагребинец стал вынимать из мешка одно кушанье за другим. А Аладдин широко раскрыл глаза, смотрел на волшебный мешок. «Ешь», — сказал магребинец Аладдину, — «в этом мешке есть всякие кушанья. Опусти в него руку и скажи, хочу бананы, хочу баранины, халвы, фиников, и все это будет у тебя». «Вот так чудо», — сказал Аладдин, — «хорошо бы моей матери иметь такой мешок». «Если будешь меня слушаться», — сказал магребинец, — «я подарю тебе много хороших вещей». «А теперь выпьем гранатового соку с сахаром и пойдем дальше». «Куда?» – спросил Аладдин. «Я устал и поздно, пора домой». «Нет», – сказал магребинец, – «нам нужно дойти сегодня вот до той горы. И когда мы вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок». Аладдину очень не хотелось идти, но, услышав про мешок, он тяжело вздохнул и сказал, «Хорошо, идем». Магребинец взял Аладдина за руку и повел к горе. Солнце уже закатилось и было почти темно. Они шли очень долго и, наконец, пришли к подножию горы. Аладдину было страшно, он чуть не плакал. «Набери тонких и сухих сучьев», — сказал магребинец. «Надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего никто никогда не видел». Аладдину очень захотелось увидеть то, чего никто никогда не видел. Он забыл про усталость и пошел собирать хворост. Когда костер разгорелся, магребинец вынул из-за пазухи коробочку и две дощечки и сказал, «О, Аладдин, я хочу сделать тебя богатым и помочь тебе и твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу». Он раскрыл коробочку и высыпал из нее в огонь какой-то порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени, желтые, красные, зеленые. «Слушай внимательно, Аладдин», — сказал магребинец. «Сейчас я начну читать над огнем заклинания, и когда я кончу, земля передо мной расступится, и ты увидишь большой камень с медным кольцом. Возьмись за кольцо и подними камень. Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. Спустись по ней и увидишь дверь. Открой эту дверь и иди вперед. Ты встретишь страшных зверей и чудовищ, но не бойся. Как только ты дотронешься до них рукой, чудовища упадут мертвыми. Ты пройдешь 3 комнаты, а в четвертую увидишь старуху. Она ласково заговорит с тобой и захочет тебя обнять. Не позволяй ей до себя дотронуться, иначе ты превратишься в черный камень. За 4-й комнатой ты увидишь большой сад. Пройди его и открой дверь на другом конце сада. За этой дверью будет большая комната, полная золота и драгоценных камней. Возьми оттуда все, что хочешь, а мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок, а на обратном пути тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо». И он надел на палец Аладдину маленькое блестящее колечко. Услышав о страшных зверях и чудовищах, Аладдин очень испугался. «Дядя», — спросил он магребинца, — «почему ты сам не хочешь спуститься под землю? Иди сам за своей лампой, а меня отведи домой». «Нет, нет, Аладдин», — сказал магребинец, — «никто, кроме тебя, не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет и достанется он только мальчику по имени Аладдин, сыну портного Хасана. Слушайся меня, а не то тебе будет плохо». Аладдин испугался еще больше и сказал, «Ну хорошо, я принесу тебе лампу, но только смотри, подари мне мешок». «Подарю, подарю», — закричал магребинец. Он подбросил в огонь еще порошку и начал читать заклинание. Он читал все громче, и когда, наконец, выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, земля
расступилась перед ним. «Поднимай камень!» — закричал Магрибини страшным голосом. Аладдин увидел у своих ног большой камень с медным кольцом. Он обеими руками ухватился за кольцо, потянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, в глубине ее виднелась узкая лестница. Аладдин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку лестницы. «Ну иди и возвращайся скорее!» — крикнул магрибинец. Аладдин быстро пошел вниз. Чем ниже он спускался, тем темнее становилось вокруг, но он, не останавливаясь, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладдин увидел широкую железную дверь, толкнул ее, и он вошел в большую полутемную комнату. И вдруг увидел посреди комнаты странного негра в тигровой шкуре. Негр молча бросился на Аладдина, но Аладдин дотронулся до него рукой, и он упал на землю мертвым. Аладдину было очень страшно, но он пошел дальше. Он толкнул вторую дверь и невольно отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью. Лев припал всем телом к земле и прыгнул прямо на Аладдина, но едва его передняя лапа задела голову мальчика, как лев упал и заснул. Аладдин от испуга весь вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшное шипение. Посреди комнаты, свернувшись клубком, лежали две огромные змеи. Они подняли голову, высунув два длинные жала, медленно подползли к Аладдину. Но как только змеи коснулись руки Аладдина своими жалами, их сверкающие глаза потухли, они растянулись на земле и заснули. Дойдя до четвертой двери, Аладдин осторожно приоткрыл ее. Он просунул в дверь голову и увидел, что в комнате нет никого, кроме маленькой старушки. С головы до ног закутанной покрывало. Увидев Аладдина, она бросилась к нему и закричала: «Наконец-то ты пришел, Аладдин, мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье!» Аладдин протянул к ней руки. Ему показалось, что это его мать. Он хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил, что если он до нее дотронется, то превратится в черный камень. Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он снова приоткрыл ее и увидел, что в комнате уже никого нет. Аладдин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. На деревьях громко щебетали маленькие пестрые птички. Они не могли далеко улететь, им мешала тонкая золотая сетка, протянутая над садом. Все дорожки были усыпаны круглыми сверкающими камешками. Аладдин бросился собирать камешки, он запихал их за пояс, за пазуху, в шапку. Он очень любил играть с камешками, с мальчишками. Камни так понравились Аладдину, что он чуть не забыл про лампу. Но когда камни некуда было класть, он вспомнил про нее и обошел всю сокровищницу. Это была последняя комната в подземелье, самая большая. Там лежали кучи золота, серебря и драгоценностей, но Аладдин даже не посмотрел на них. Он не знал цены золоту и дорогим вещам. Он взял только лампу и засунул ее в карман. Затем он пошел обратно к выходу и с трудом забрался вверх по лестнице. Дойдя до последней ступеньки, он крикнул: «Дядя! Протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх. Мне самому не выбраться. Дай мне сначала лампу», — сказал магрибинец. «Я не могу ее достать, она под камнями», — ответил Аладдин. «Помоги мне выйти, и я дам тебе ее». Но магрибинец не хотел помочь Аладдину. Он хотел получить лампу, а потом бросить Аладдину в подземелье, чтобы никто не узнал хода в сокровищницу. Он начал упрашивать Аладдина, но Аладдин ни за что не соглашался дать ему лампу. Он боялся растерять камешки в темноте и хотел скорее выбраться на землю. Когда магрибинец увидел, что Аладдин не хочет отдать ему лампу, он страшно рассердился и закричал: «Ах, так? Ты не отдаешь мне лампу? Оставайся в подземелье и страдай от голода». Он бросил в огонь остаток порошка из коробочки, произнес какие-то слова, и вдруг камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладдином. Этот магрибинец был вовсе не дядя Аладдина. Он был злой волшебник и хитрый колдун. Он узнал, что у Персии лежит под землей клад, и открыть этот клад может только мальчик Аладдин, сын портного Хасана. Самая лучшая из всех сокровищ клада – это волшебная лампа. Она дает тому, кто возьмет ее в руки, такое могущество и богатство, которого нет ни у одного царя. Долго колдовал магрибинец, пока не узнал, где живет Аладдин, и не нашел его. И вот теперь, когда лампа так близко, этот скверный мальчишка не хочет отдать ее. И ведь если он выйдет на землю, он может привести сюда других людей, которые тоже захотят завладеть кладом. Пусть же клад не достанется никому. Пусть сидит Аладдин в подземелье, и магрибинец ушел обратно в свою волшебную страну Ифрикию.
Когда земля сомкнулась над Аладдином, он громко заплакал и закричал: «Дядя, помоги мне! Дядя, выведи меня отсюда! Я здесь буду сидеть голодным!» Но никто его не слышал и не ответил ему. Аладдин понял, что этот человек, который назвал себя его дядя, мальчик и лгун. Он побежал вниз по лестнице, чтобы посмотреть, нет ли другого выхода из подземелья. Но все двери сразу исчезли, и выход в сад тоже был закрыт. Аладдин сел на ступеньки, опустил голову на руку и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, которое магрибинец надел ему на палец, когда спускал его в подземелье, земля задрожала, перед Аладдином появился страшный джинн огромного роста. Голова его была как купол, руки как вилы, ноги как столбы, а рот как пещера. Глаза его метали искры, а посреди лба торчал громадный рог. «Что ты хочешь?» – спросил джинн громовым голосом. «Требуй, получишь!» «Кто ты? Кто ты?» – закричал Аладдин, закрывая себе лицо руками, чтобы не видеть страшного джинна. «Пощади меня, а не убивай меня!» «Я...» «Дах, наш, глава всех джиннов», — ответил джинн. «Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажет мой господин». Аладдин вспомнил о кольце, которое должно было его защитить, и сказал: «Подними меня на поверхность земли». Не успел он договорить эти слова, как очутился наверху около входа в подземелье. Уже настал день, и солнце ярко светило. Со всех ног побежал Аладдин в свой город. Когда он вошел в дом, его мать сидела посреди комнаты и горько плакала. Она думала, что ее сына уже нет в живых. Едва Аладдин захлопнул за свою дверь, как упал без чувства голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой, и когда он очнулся, спросила: «Где ты пропадал? Что с тобой случилось? Где твой дядя? И почему ты вернулся без него?» «Это вовсе не мой дядя, это злой колдун», — сказал Аладдин слабым голосом. «Я все расскажу тебе, матушка, но только сперва дай мне поесть». Мать накормила Аладдина вареными бобами, даже хлеба у нее не было. Потом сказала: «А теперь расскажи мне, что с тобой случилось». «Я был в подземелье и нашел там чудесные камни», — сказал Аладдин, и рассказал матери все, что с ним было. Потом он заглянул в миску, где были бобы, и спросил: «Нет ли у тебя еще чего-нибудь поесть, матушка?» «Нет у меня ничего, дитя мое, ты съел все, что я сварила на сегодня и на завтра. Я так беспокоилась о тебе, что совсем не могла работать, и у меня нет пряжи, чтобы продать ее на рынке». «Не горюй, матушка», — сказал Аладдин, — «у меня есть лампа, которую я взял в подземелье. Правда, она старая, но ее все-таки можно продать».